Привет, друзья! Минобороны России показала кадры самолета Су-34 и установленную на нем ракету Х-29. Высокоточная авиационная ракета «Воздух-поверхность Х-29» принята на вооружение в 1980 году. Несмотря на возраст, иностранные военные эксперты считают ее одной из самых удачных российских ракет. Ракета Х-29 предназначена для уничтожения укрепленных целей и способна пробить порядка 1 метра бетона, укрытого 3 метрами грунта. При ударе по взлетно-посадочной полосе аэродрома ракета оставляет воронку диаметром 15 метров и глубиной около 6 метров. Вероятное отклонение ракеты от цели составляет 2 метра, что позволяет ее наводить даже на окна. Предполагаемая цена ракеты Х-29 – около 18 миллионов рублей. Данные основаны на судебном иске Минобороны России к нескольким военнослужащим при случайном повреждении ими ракет. Ракета выпускается с лазерной и телевизионной головкой самонаведения. На видео показана ракета Х-29Т. Максимальная дальность пуска ракеты от 8 до 30 км. Высота применения от 200 метров до 5 км, в зависимости от модификации. Масса боевой части 317 кг. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветимся.